Я решил отправиться на заброшенное кладбище глубокой ночью, чтобы записать на магнитофон потустороннее проявление. И даже не догадывался, какой ужас меня там ждет. Это самое жуткое событие на кладбище, которое запомню навсегда, ведь я мог погибнуть в любой момент. Досмотрите этот выпуск до конца, подписывайтесь на канал и приятного вам просмотра. Свети прямо. Что, подожди, отключи фонарь. Слышал? Кричал кто-то, б***ь. Так, ребята, мы попали на кладбище. Будем сейчас с субансталкером проводить тут время. Расставим тут, в общем, камеры. И постараемся для вас записать ночью, что-то жуткое. Ночью, да, мы уже идем внутри. Смотрите, здесь, ребята, пока, какой, да, фонарь. Я специально, ребята, сдерживаю камеру. Может быть, что-нибудь интересное для вас удастся заснять. Ребят, сдерживаю камеру, может быть, что-нибудь интересное для вас удастся заснять. Место жуткое. Что-то услышал ты? Нет. Нет? Это мне постоянно кажется. Пошли место. С рекой блик впереди. Да. Блять. Как будто фонарем кто-то светит. Он-то иди в сторону. Вон там впереди, как будто фонарем кто-то светит. Все, идем. Постоянно, ребят, прихожу и постоянно жутко. Короче, ребята, чтобы вы понимали, мы встретили кота кладбищенского, под ногами был. Я вначале подумал, что кто-то из могилы меня за ногу хочет, ну, затянуть туда. Я реально охренел. Сейчас мы найдем место, расставим камеры и уйдем на 2,5 часа. И где-то в начале первого вернемся как раз к канадскому часу и посмотрим, что там было. Потому что в прошлый раз камеры записали, как будто вдалеке бежали какие-то дети. Мы сейчас вернемся в это место. Продолжаем углубляться в самую чащу. Ребят, тропинка почти заросла. Тут давно люди не ходили. Вон захоронение 88 года. Можете представить, каково тут ходить ночью. Смотрите, ребята, как далеко. Куда идти? Давай сюда. Пошли туда. Ребята, для вас это жуткая прогулка на кладбище. Вы внимательно смотрите, возможно, камера что-то запишет. Блин, мне постоянно кажется, что кто-то идет сзади. Капец. Ребята, как-то не по себе. Лучше бы я сюда сегодня не шел. Что такое? Идем прямо. Капец. Смотри. Что за херня под ногами? Это тряпка обычно. О, блядь. Свети прямо. Что, подожди, отключи фонарь. Слышал? Слышал? Кричал кто-то, блядь. Где?
С той стороны сзади. Ты заебал. Серьезно тебе говорю, без пи***а. Там. Пошли вперед, бегом. А там выход недалеко. Идем. Так, ребята, камеру оставили. Надеюсь, я подсниму, как ее оставил. Надеюсь, ее хватит за 2.5 часа. Идем. Ребята, рядом, походу, бомбежка. Какая-то взрывы. Забираем нахуй. Слышь, как они мяукают и кричат. Ребята, капец, взрывы. Жутко страшно. Что думаешь вообще на это? Я думаю, что хорошо, что мы на кладбище. Тут точно бомбить не будут. А мы-то думаем. А чё это звери тут забыли, да? Нет, меня немножко стрясёт. И тут, знаешь, я заметил, что перед атакой на кладбище из окружающих мест прибежало много различных животных, там кошки, собаки. Вероятно, они что-то чувствовали, и поэтому решили как-то спасти свою жизнь, скрыться. Кстати, начнем на кладбище, в общем, я думаю, и будет интересно. Так, в принципе, уже интересно. Ребята, углубляемся. Будет кладбище. Воздушная тревога вроде закончилась, были взрывы. Пиздец, как страшно. Сука, как бы не дай бог не остаться на том кладбище после такой атаки. Это мурашки по коже, сука. Вдалеке, а, кто? Там губь, это дальше, прямо. Ладно, пошли. Так, ребята, посвети, красный цвет включи. Опять, короче, взрывы были. Решили, короче, инфокрасный режим пока, да, сделать. Вот. Пока сейчас взрывы так местами слышно. Вот. Мы спрятались, короче, тут на кладбище. Ну, в такое самое тихое место, по сути, на этот самый керамический столик. Да, вот. На могилке. Сейчас, короче, разворачиваем привал. Блин, ребята, как-то не по себе. Страшно, блин, капец. Все, давай привал разворачивать. Сейчас будем разворачивать, подожди, мне, блядь, страшно.
Слышал? Слышал? Сейчас будет взрыв. Будет взрыв, если взрывы становились все ближе. По далеким вспышкам в небе было понятно, что противовоздушная оборона справляется с атакой и сбивает смертоносные ракеты. Мы спрятались у удаленного столика. И чтобы не было так страшно, включили ЭГФ без надежды на то, что что-то он выдаст. Но кто-то прорвался из эфира, и мы услышали голос. Я с собой забыл повербанк, у меня не будет работать. У меня камера. А мне тоже камера, отлично. Зажигай свечку. Огрели, да, тут гали? Мне, блядь, страшно даже зажечь свечи. Очки. Руки трясутся, блядь. А, да. Не без этого. Так оглядываешься. Да пиздец. Слушайте, ребятки, взрывы. Это вдали, да? Вдалеке где-то. Собаки, да? Реагируют как вдали. Ну, в округе слышим, где собак тоже. Пришли одни, блядь, если голова. Угу. Ебал хуй, кажется. Слышите, ребята? Давай зажим. Ты подожди, блядь. Если что, буду говорить с тем духом, я боюсь. Мне страшно, как я знаю, что. Давай тогда без ЭГФ. А нет, пришли ЭГФ надо. Переждем сейчас эту ракетную обстрелу и запишем ЭГФ. Мы долго сидим, время позвучит. Ладно, давай, поехали. Даже не зажег. У меня одни руки дрожат. Да просто помолчим. Да. Ну не дроны, дроны бы гудели. Я не знаю, что это. Если еще свечи потухнут, да, то там не найдем. Баланса воздуха, это будет стрёмно вообще. Слышал, радио говорило? Да.
Кто-то тут есть, кто-то мне сказал что-то, выйдя на контакт. Что ты мне хочешь сказать? Говорит уходить. Раз говорит уходить, значит уходим отсюда нахер. Ребята, дух или кто там говорит уходить. Уходим, уходим, все, значит уходим.